У меня чё? У меня пока прогружается все. Мне кофе. Страйкер нахуй. Короче, встречает около моего жетона, будьте внимательны. Ляха. Складовой, складовой. Видели, да? Минуточку внимания. Рекламная пауза. Господа, если вы давно искали способ, как можно сэкономить на донате в нашей любимой колдушке, то смелостью могу вам рекомендовать свой телеграм-магазин, который называется Lumumba Shop. Там вы можете приобрести премиум боевой пропуск даже на аккаунте, где недоступен магазин с цепишками. Можете приобрести пропуск снабжения, что недельный, что месячный. Ну а что касается аккаунтов, где доступен магазин с цепишками, цены вас приятно удивят, поэтому залетаем. Ссылку на мой магазин можно будет найти в описании к этому видеоролику. Ну а сейчас возвращаемся к просмотру бомбического видоса. Бляха, у меня еще звук залагал немножечко. А что, наш стриматый друг с большим кошельком тоже отлетел? Немножечко, да. Удивительно. Ну, просто опасный. Блять, испугался. Хакер. Второй этаж надо взять. Возвратился в свое привычное место. Небо. Лебедя на небо? Так. Чей Мухтар? Наш нет? Напротив, в гараже. Бляха, у меня... Ё-моё. Вижу. Ну. Ещё. Собачки жрут. Бляха, мне Мухтар щибят. Выебали. Да, очень жестко, причем, сука, но и по-тупому, кстати. Так, а кто жив еще? А, все, я понял, оригами. Оригами, биби. Мансуй, как дай, первый раз. Дай боже, брат, тебе успехов, здоровья и скилла побольше, чтобы это все вывести. Так. За бога, это богословили, давай, живи. Я думаю, что когда у Ладоса будет... Так, это пролистали. Ты спрыгнул? Идичная катка. Ну, такая, в принципе, да. Можно сказать так. Я пойду удать. Давай, поветрю. Влад, привет, все хорошо вроде. И тебе всего самого лучшего. Чат, привет. Кела, здорово, рад тебя видеть еще раз. Да, сейчас у Влада все норм. Обнаружен чит, и Владос через стену перешел. Кстати, соседу Фоксу Салямба. Кстати... Шаха тебе передает Саляму, Фокс. Так, а я не понимаю, в чем вайб был. Вайб тогда тех времен, как по вашему мнению. Что вам больше нравилось в те времена? Кого зеленее? Да не в колде именно, а я. Я на стримах имею в виду. Говорит, трава зеленее. Больше вот из старых. Видел, напротив снайпа. Сзади. Сзади заходят потихоньку к тебе. Сверху. Ты-ды-дын. Фокс, тебе Шаха передал Салямбу. Ё-моё, у меня чат с вами падает почему-то постоянно. Всё, в Лекосон. Мне кажется, вам просто нравился бойцовский клуб раньше, чтобы... На самом деле, если был бы бойцовский клуб в таком же объеме, как раньше, ну, типа, чтобы столько людей играло, ну, может быть, было бы еще и был бы он, в принципе. Ну, а так... А, наверное, я кинул гранату, беги. Тебе? Нет. Так. Я зажму сейчас. Что-то странная клавиатура выскорбует. О. Браха, я уже не дождусь, когда я себе куплю нормальный ноут и второй монитор для этого чата, а не вот это читать с телефона, вообще было бы
Отлично. Я на снайпе мастера получил. Братик, а ты что, откис? Лебединский. Как такое возможно? Мы подобрали, вот и все. Ну вот и все, я ухожу из твоей жизни. Ну не расстраивайся, мы сейчас вернемся. Не расстраивайся, ты... Дай мне, я посмотрю. У нас еще как минимум время есть на каточку одну. Вот это еще одну, поэтому. Крэнк. Второй. Наверху? Да, лежит вот здесь. Бляха, хотел упал. Ну, с пистолета я мало что сделал. Четко, я метку поставил, наверху лежит, мышка ждет. Нет там варика? Там, да? Да, нет варика меня закинуть на крышу. А, есть варик закинуть меня на крышу. Сейчас. Если он меня не снимет, конечно. Вот тут нету. А, он еще тут есть, типа... Мысли его нету, я только что там видел. Он на вышке. Его тут нету. Братик, вот на вышке только что тип сидел. Просто-напросто на вышке, как такое вам? Он тут. Да. Я сейчас пойду его в этот хлопну немножечко. А уже нету. Я буду какой-то. Но... Может, контейнер спит. Ну а друга его я нашел на вышке. Он хак. Вот хак. Взломал нас кто-то из хакерской темки. А у меня. Где? Здесь есть один. Так, минус один дал. Воюете, господи Иисус. Да они сами нападают, я вообще не в курсах. Ну типа они со всех сторон лезут и все. Там типа я... что-то у меня наитие было, что он на вышке сидел, он там и сидел на бутылке. А этот на меня сам выпрыгнул. Вот и все. Вот здесь лебедян топ. Тогда я вот так сделаю. Лебедян, я смотрю это для тебя. А, Владос, когда актив будет побольше, вернем рубрику челленджей. И вернем рубрику челленджей. И просто сейчас, пацаны, вот чё такая задача, что мы там просто катаем в КБшку, просто катаем в Сишку. Ну, в Сишку мы там еще начали прокачивать вот эту всю движуху, вы поняли. Вот. А хочется поднять скилл нормально, понял? Хочется нормально поднять скилл. Прям хорошо поднять скилл. Чтобы делать нормальные развалы, нормальные именно потные катки и собрать себе команду. Не одну, там, а парочку команды, которые по возможности. И чтобы играть вообще с таким кайфом, вообще было бы отлично. 60 на дороге там. Вчера а вы сможете? Бляха, есть? Я слышу. О, патрончики на снайпу, хорошо. Все, вижу, снайпа на нас работает. Понял. Сейчас хлопну. За трейлер. Упал за трейлером. Как хорошо, что у колды нет текстур. Просто в ногу под трейлером дал, чтобы ты понимал. Пошли рашним, там еще один тип был. Их двоечка там. У меня не гранат, ничего. Вот здесь за заправкой один. Да. О, ушел он в трейлер, убежал, по-моему. Да, там он, моя кластерка работает уже. Он по ним работает, отлично. Добить просто. Хорош. Нокнул. Второй за сарай убежал. Не понял, нокнул. Сарай, возможно. А, нокнул. Не, есть еще. Блин, по мне играет. Ты там еще играешь. Все, я забрал. Перевязывают. Я забрал его. О, здесь. Все, мы катаем, мы схватик закрыли. Хорошо. Лебедян тригнул. Ты хотел с ним поболтать? Вот именно, по душам. Жить надо, но. Он здесь.
Ну как там на небесах? Так, плюс бонусом новая рубрика в виде колеса фортуны, челлендж и пушек. Ну помнишь, как это было раньше, да? Вот, ну, такого возможно и будет. Возможно, что-то подумаем. Но пока хочется вот покататься с вами максимально много, пообщаться. Я, смотри, и вот хочется, чтобы моя мордашка, чтобы моя хорошая. А что ты меня не зарезал? А что ты меня не зарезал? В чем проблема была меня зарезать? Сиди, вот эта машина, а ты сейчас стань комой от моего лица. Слышим, да? Все, отлетел. Все, наверное, надо гнать туда, в сторону танка, нефтяной вышки. Так. Все, минус один напротив речки. На 288. Но она с кем-то перестреливалась. На, увидел. Вот там тип бежит, если что. Если есть снайпа, надо поработать. Ушел уже сюда. Я его не вижу. Сейчас барку ледру. Ладно, го. А вот еще здесь. Он по воде. Да, я вижу. Все, приплыл. Еще едет. Да, на этом. На сноуборде. Да, накосанный. Поработаем по мопеду. Бляха. Хорош. Плющ отлетел. Как обидно, а ну-ка. Будешь что-то говорить или нет? Улучшение, хорошо. Забрать от тебя нет. Ты-ри-дин. Ты забрал? Оригами. Да. Да, все, сейчас едем тогда. Так получилось просто. Судьба. На это поплывем. Дроп. А, все. Полетели, поплыли. Ты с ним хочешь поплыть? А, ну давай. Как раз туда, в зону. Все, развисло. За что нам приехал? Аккуратно. Выпрыгай. Да. Вот тогда мы поплавали. Все, поплыли. Сейчас, секунду. Я говорил, плохая идея плыть. Прыгнул. Да, вижу. Да, мне сейчас задохнуть. Стяг. Я тренирую меня по-быстрому. Да, я вижу. 15 секунд. 15 секунд и выживай. Видишь ли, Бентян, даже его спасли. Ну, регни, сука. Беги, зона. Зона плохая. Ты хотела, чтобы ему падли отомстить, хотелось же, знаешь. И, сука, не залетела как надо. О, так, Владос, шейдеры ставил, что-то подвисает, кажись. О, Кела, ты даже не видел, когда это подвисало. Вот начало стрима, почему два стрима вообще там? Кусочек первого и сейчас второй. Вот там, где зависал. Что случилось? Что случилось? Ой-ой-ой-ой-ой. Что случилось уже? Я приземлился на дом, где склад сидел. О, великолепно. Ребян, что по инфе? Фоксика тоже нехорошо. Челики, у Фокса челики, у Фокса челики. Ага, я понял. Cluster strike incoming. Target locked. Dog tag has been scanned successfully. Your team will return to the battle when the next revive flight arrives. Есть вариант в этот инфа, где типы?
Фокса и Гатом. Трое. Утроил. У Фокса трое. Великолепно. Плохо. А меня... Ага, я вижу теперь, где мои типы. Да, перекинул. А не, не перекинул. Фоксику хранитет. Сарики. Мы еще не знаем. Так, на улице. Около вас должен быть скоро. Твоя. А Влад? Да, давай, 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 вставай, сука. И? Съебывай, съебывай, съебывай. Фух. Капец, этот плющ. Бля, виснет, сука. Airdrop is coming. Enemy down. Reloading, cover me. Угу. Да. Скажите, пожалуйста. Всё. Ой, Revenger. Да, да. Туда их нахуй. Приехали дядьки, тетки. А вот это плохо. Revenger. Он в углу на степи. Ну да. Сейчас сделаем ему счастье, значит. Сзади он бежит. Кто сзади бежит? Он сверху, наверное. Охуеть. Так мы этих уже закрывали, ребят. Зоник, 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 зоник. Ага, подлетел. Внимание, кого, прикинь. Все, погнали в зону, ну его нахер. Фу, мы живы просто. Мы живы, и это радует. Бляха, если бы не лагало еще, это вообще было бы изумительно. Нереально. Фу, увидел в доме. Видел это. Убил? Нет, другой. Не-не, это уже был нок. Бляха, ну посмотри на него, что творит. А зачем мы из зоны убегаем? Потому что типы. Пофиг, сейчас добейте. Кинетика, слава богу, есть. Бляха, на меня прям. А, не на меня, это на этого. На меня. На Фоксика, да-да-да. Так, дробашука. Есть тип, где инфа, где тип? А, вижу. Это кто наполивает гранаты? Сзади, да, тебе спину накидывал? Аллах Акбар. Задропал, задропал, задропал. Вижу, 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 вижу. Хорош. Один, один парни, один. А, я умираю? Нет. Нормально. Добрый вечер. Хуен инстинкт самосохранения. Его нет просто. Да. Видишь, как делает, сука? Это рил тип. На дверь. Я камикадо сделаю. Ай-яй-яй-яй, так и знал, сука. Он в этом, за дверью, то четко, за дверью. Давай, слева, сзади. Фокс, брат, не вздумай. Бля, вы такие дебилы. Бля. Давайте вы это видели, это пизда. Какого запахи,